В Покачах подписали новый стратегический документ – соглашение о сотрудничестве между администрацией города и региональным отделением движения первых. По словам главы города Виктора Таненкова, теперь окончательно снимаются правовые и административные барьеры для деятельности движения в Покачах. В пользу событий отметила и председатель совета регионального отделения Светлана Амельченко. У детей будет больше возможностей, у родителей будет, наверное, открыто еще больше дороги, да, там для их детей. Вот. И, собственно, это, наверное, новый уровень отношений между движением первых и городом Покачах. Гостья преподнесла Виктору Таненкову подарок – мерч с символикой общественно-государственного движения детей и молодежи. И эта миссия стала не единственной целью ее визита в Покачи. В городе торжественно открыли еще 4 первичных отделения – при ДК «Октябрь», спорткомплексе «Звездный», краеведческом музее и детском саду «Рябинушка». Когда мы открывали первое в нашем городе отделение, мы тогда все думали и не понимали маленько, да как же это будет работать, как же это будет развиваться, какая судьба будет у этого движения, у наших отделений. Но прошло совсем немного времени, и мы понимаем, что у этого движения все в порядке. Мы точно возрождаем прошлое, но в современных реалиях, с теми тенденциями, которые сегодня интересны вам здесь и сейчас. Вот, я очень бы хотела, чтобы каждый из вас полюбил движение. Мы, в свою очередь, сделаем все возможное от себя, чтобы это действительно было так. «Будь в движении, всегда в движении». С каждым годом этот девиз в Покачах произносит все больше детей и подростков. В 2024-м участники провели военно-патриотическую игру «Зорница», фестиваль «Движение первых», реализовали проекты «Школа КВН» и «Игры нашего двора», организовали посвящение в хранителей истории. Теперь добрых дел должно быть еще больше. Мы в первую очередь даем возможность реализоваться детям там, где у них есть привычная среда. То есть, возможно, в школе они не могут раскрыться, но у нас действительно есть невероятные дети-спортсмены, у нас есть творческие дети, и именно там они могут в своей привычной атмосфере с тем коллективом, который уже давно работает, может применить все свои уже навыки и заявить о себе на всю страну. Новые первички прибавились к уже существующим во всех 3 школах города и местном колледже. К слову, этим летом движению исполнилось 2 года. Днем рождения считается 20 июля 2022, а в округе на сегодняшний день более 4000 активистов. Ирина Гончарова, Дмитрий Огородников. События.